Столетинская «Мегалада» в 14-й раз стала чемпионом России по спидвею и завершила гаревый сезон достойно. За финальной гонкой следила наша съемочная группа. Репортаж на высоких скоростях в нашем эфире. Закрытие сезона по гонкам на гаревой дорожке по традиции открывает колонна мотоциклистов. А затем на лучшей мотоарене страны стартует заключительный этап командного чемпионата России между гонщиками Тольяттинской «Мегалады» и Балаковской «Турбиной». Формально от результата заездов уже ничего не зависит. Спортсмены «Автограда» уже набрали достаточно очков для победы. Но «Мегаладовцы» все равно показывают настоящий зрелищный спидвей с рискованными маневрами, опасными моментами и падениями. Победить дома в заключительной гонке сезона для тольяттинцев – дело чести. Итог соревнований 49-41 в пользу «Мегалады». Мы готовились к этой гонке, она заключительная, мы не могли упасть в грязь лицом, скажем так, перед нашими болельщиками, которые пришли сюда закрыть сезон и уйти на позитиве, скажем так, с хорошим настроением. Спасибо команде, что она доказала, что она это может. Спасибо нашим спонсорам, спасибо нашим партнерам, кто нас поддержал. Это в первую очередь это правительство Самарской области. Конечно, самое большое, огромное спасибо это болельщикам, которые приходят в непогоду, в дождь, в ветер, в слякоть, в солнце, в жару, приходят и нас поддерживают. По случайному совпадению или по некой закономерности, именно в 2014 году команда «Мегалада» стала 14-кратным победителем чемпионата России. Этого результата спортсмены достигли упорной борьбой на протяжении всего сезона. Каждый из нас, из спортсменов, будь это взрослый или юниор, каждый сделал вклад вплоть до каждого пункта, до каждого очка. И это все, конечно, в сумме привело нас к золоту. Большое спасибо моей команде «Мегалады», которая перед сезоном проголосовала за мое капитанство в этом году. Поэтому я делал все, что мог. После основной серии заездов стартует мемориал Анатолия Степанова в память о скончавшемся в 2009 году президенте клуба «Мегалада». На треке встретились по 4 спортсмена от каждой команды. В финал вышли балаковец Андрей Кудряшов и тольяттинец Сергей Даркин. Кубок мемориала Анатолия Степанова после упорной борьбы достался спортсмену «Турбины». Ирина Грумеза, Борис Кислицын. Новости губернии. Тольятти.